Первый вице-премьер, председатель комиссии по ликвидации ЧС Алексей Колодезников встретился с жителями Березовки Среднеколымского района. Первым делом он осмотрел подтопленные территории и оценил масштаб разрушений. Из-за большого объема снега в этом году прогнозируется повышение уровня воды. Так, в первой декаде июня вода поднимется до 12 метров. В настоящее время более 11 метров при критической отметке 10. Население получит всю необходимую финансовую и материальную помощь. Как только вода спадет, сразу же начнется работа по оценке нанесенного ущерба жилым домам. В настоящее время поселок обеспечен продуктами питания и медикаментами. Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в Среднеколымском районе создана группировка сил и средств в составе 202 человек личного состава. Также было доставлено продовольствие, было доставлено фрукты, овощи для детей и также для пункта временного размещения. В дальнейшем, сейчас, в настоящее время, группировка спасателей увеличена в населенном пункте Березовка. Остается здесь до спада воды. Будут работать по оказанию помощи жителям поселка Березовка, по перевозке жителей, по поднятию вещей, по перевозке вещей, а также по перемещению склада Якутопторга. Продовольствие, которое было здесь завезено в навигацию, будет также перемещено на возвышенные места, на склад, на возвышенные места, где имеется, вот мы находимся, где имеется новый поселок.